5 марта в 2 часа дня на территории гаражного кооператива на улице Куйбышевское шоссе произошел взрыв из-за утечки газа из баллона. Как мы видим, разрушено несколько гаражей. 4 из них уничтожены полностью. По предварительным данным выяснилось, что пострадало 3 человек, которых увезли в больницу. Для борьбы с огнем в гаражный кооператив прибыли сотрудники МЧС. Они ликвидировали пожар в течение нескольких минут и оказали первую помощь пострадавшим до приезда скорой помощи. К сожалению, 3 человека госпитализированы. На месте происшествия работало 2 пожарных расчета и 2 смены аварийно-спасательной службы. Причина происшествия уточняется. От взрыва баллона пострадало 4 гаража. 3 уничтожены полностью, у 4-го рухнула стена. Крыша гаража держится за счет высокого шкафа. Владельцы помещения увозят запасы продуктов питания, так как теперь гараж не пригоден для их хранения. В 6 часов вечера нам позвонил сосед и сказал, что на нашей улице произошел взрыв гаража, соседского гаража. Наш гараж пострадал. Стены вот нет вообще, все в руинах. В погребе у нас продукты находились, которыми мы запасы делали. Ну и гараж не подлежит дальнейшему проживанию. В результате взрыва пострадали 3 мужчин. С места происшествия их увезли в областную клиническую больницу. 2 из них получили легкие ожоги, а 3-й был доставлен в больницу с более тяжкими повреждениями. С диагнозом ожог пламени лица, шеи, верхней конечности. Суммарная площадь где-то около 2%. Ожоги были диагностированы как поверхностные. Кроме того, пациенту был направлен диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Эти диагнозы с профильными специалистами, соответственно, травматологом и нейрохирургом были исключены. Был выставлен диагноз ушиб поясничной области. Пациент находится в удовлетворительном состоянии. По версии сотрудников МЧС, взрыв произошел из-за утечки газа. По предварительной версии, баллон был негерметичен и пропускал газ. Все обстоятельства происшествия уточняются. Семен Иванов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».